Всем привет, дорогие друзья! Это дополнение к гайду на Гаргонах. Те, кто не видели этот гайд, вон там подсказка и по ссылке в описании вы также можете ознакомиться с этим гайдом, друзья. Ну что ж, самое-самое, что нам нужно сделать сейчас, блин, парень меня отвлек, что-то хотел сказать быстро. Самое-самое необходимое, что мы тут должны сделать, это, конечно же, это фановый билд. Посмотрим, насколько этот билд серьезный, тот билд, который я открыл, а именно это билд через Октарин. Ну, как вы видели по превьюхам, в принципе, сейчас постараемся сделать этот билд и посмотрим, что у нас будет. Я уже придумал, что я буду собирать конкретно на Гаргону в этой катке и как это будет все происходить. Но посмотрим, как это все будет в реализации. Очень хочется выходить прям 1 на 5 и показывать максимальный отхил. Не знаю, как это будет все работать на деле. Ну, я так тестил, не сильно такой большой отхил, но сейчас будем собираться в урон. Тут будет катка через рапиру, но какой у нас должен быть билд? Это первый артефакт фазы, второй молния, третий Октарин, четвертый Скади, пятый у нас будет МКБ и шестой рапира. Правильно? Правильно, смотрите. Фазы, получается молния, фазы молния, далее у нас Октарин идет, потом идет у нас Скади, МКБ и рапира. Да, вот такой вот билд получается. Такой вот билд получается у нас. Что ж, давайте попробуем сейчас его выполнить. И, конечно же, посмотрим, что у нас выйдет. Да, будем делать эту тему. Зашел подписчик, уже понял, что в чем проблема. Будет центр. Центр, пойдем. Ну, контрпикать будет по-любому. Да там все, там, в принципе, Сларк уже. Сларк это уже жесткий контрпик. Законтрим, законтрим. Тут будет интересная катка, я думаю. Почему через молнию, спросите вы? Молния плюс Октарин равно дополнительный отхил. Чем больше мы с магией нанесем, тем, соответственно, больше нам немного, так сказать, еще и вернется. Но будет там возвращаться примерно, ну, если молния там 200 урона, допустим, плюс резисты 170, одна молния будет приносить где-то примерно 50 хп, плюс-минус. То есть, ну, это только с одной цели. Ну, это так, образно, так сказать, навскидочку, там 40-30 хп будет возвращать. Но не суть, не суть. Нам главное иметь какую-то скорость атаки, но в любом случае в этом билде я считаю, что должна быть молния. И еще бы прикольно было бы сыграть, конечно, через Шиву, там, дополнительные какие-то такие жадные билды, так сказать, для того, чтобы мой герой был мешком для избиения. Я не знаю, как это правильно выразиться, потому что если мой персонаж будет иметь большое количество маны и никакого урона, то это просто мешок избиения. В принципе, катка через Октарин таковой и является, потому что у вас не будет никакого замедла, там ничего такого, и вы будете пытаться просто как-то жить на вот этих вот атаках Октаринах. Вот Войд не даст драться с ним. Кунка Пугна тоже не даст особо драться. У меня будет возможность подраться чуть со Сларком. Ну и то тоже такое себе будет. Но посмотрим. Пик, в принципе, такой себе у них. Ну, сильный пик, сильный имбалансный. Потому что если Сларк будет на бустах, это фрилуз. Ну, посмотрим, как у нас будет сакатка происходить, ребятки. Не забывайте ставить лайк. Если набираем 700 лайков, я знаю, вы можете набрать, то я буду делать дополнение дальше. Так, снайпер это плохо, снайпер не будет подходить, это такое себе. Если набираем 700 лайков, я делаю дополнение дальше, иначе я прекращаю их делать, потому что на этих дополнениях, которые я делаю, они не актуальны. Мне не нравится то количество просмотров, которое имеется на этих дополнениях. Они как бы есть, но для моего канала, я считаю, для такого контента, который я для вас делаю, это, ну, реально очень мало, и этот показатель, он тянет ко дну мой канал. Просто не очень хотелось бы, чтобы мой канал не рекомендовался, мой канал падал в какие-то теневые баны и прочую тему. Ребят, те, кто не знает, о чем речь, те, в принципе, можете загуглить и, в принципе, узнать, как это работает. Потому что канал в среднем, допустим, гайд набирает там 700-800 лайков, 500 лайков, а дополнение 300 лайков и плюс просмотров там 5-7 тысяч от силы. Если гайд набирает 15-20 и выше по просмотрам, то дополнение, к сожалению, не смотрят. Поэтому как бы дополнение становится у нас под вопросом, ребят. Я уже об этом поднимал тему. Некоторые говорят, дополнения не нужны. Некоторые говорят, дополнения нужны. Но я хочу, чтобы дополнения были, потому что это дополнительная катка. Какая-то интересная, какая-то специальная, над которой я постарался, ребятки. И это не просто игра, как молча выложил, там музыку наложил и тому подобное. Я стараюсь объяснять и показывает, то есть это будет еще одна дополнительная катка к гайду, то есть будет не 3 катки, а 4, а того и 5, понимаете? То есть для любителей, допустим, какого-то героя, для любителя там Гаргона, это будет прям, ва, блин, кайф, еще посмотрю каточки, а здесь молодец, так хорошо объясняет и тому подобное. То есть какой-то такой смысл, ребят, просто стараюсь для вас, не в смысл там
каких-то, ну, других моментах, а именно вот такой тем. Так что, ребят, поехали. Поехали. Посмотрим, что у нас будет тут по катке. Слуг, по идее, будет, да? А, у нас будет некр на миду. Ну, нормально, по идее. По идее, выстоим. Выстоим, по идее. Ну, змейку будем раскачивать, будет нормален, ребят. Как обычно, в принципе. Играем через змееныша. Давайте вот так вот сделаем. Это плохо. Печкуемся. Так, пассивку взял некр. Ага. Курочки нет, вот это плохо. Мое. Все свое заберу. Оп. Оп, не добил. Да, на третьем начнем нагнетать посильнее. Ух. Решил восполнять. Разменивает ману на хил, на хп вернее. Оп, отлично. Оу-е, я не слышу тебя. Вот эта песенка, да? Давайте поддамажим крипи. Оп, хорош. Сейчас будет больно некру. Хорошо. Ну, Хердстоппер побеждает. Хердстоппер очень лютая способность. Прям, посмотрите на мои хп. Они постоянно уходят. Это Хердстоппер. И неважно, включу я щит или выключу. Неважно абсолютно. Вообще пофиг этому спеллу. Это отнимание здоровья. Хорошо. Это отнимание здоровья. То есть через щит будет тоже наноситься то же количество урона, которое мы, в принципе, пытаемся наносить. Так, все включено, запись идет. Все отличненько. Так, он там регу взял. Ну, поздравляю. С хорошей. Руной. Оп, хорош. Деда ударит, ластхитим. Хорошо. Давайте так вот сделаем. Хорошо. Некура нужна срочно. Ладно, берем куру соло, ребят. Давайте вот так вот. Хорошо, расходники взяли. За Наташу. Давайте сильно пушить не будем. Вард я не купил, кстати. Плохо что. Не вижу его. Не на некре. ХП на пассиве так уходит. Но нам главное что, ребят? Это, конечно же, проластхитить. Проластхитим. Оп, змейка доповая. Хорошо. Оп. Сейчас как шандарахнет. Мне нравится, как она хреначит, змея. Хорошо. О, погонимся. Не убьет. Сколько? Ноль маны. Хорошо. Это наш клиент, по идее. Оп. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, далее. Что нам нужно сделать? Еще один мангус. Ману закидываем. Оу. Это плохо. А, реконнектит. Хорошо. Хочется полноценную катку. И надо подстакивать начинать. Так, не берем стонгейс, как я обычно раскачиваюсь. Вы все знаете, как я раскачиваюсь на Гаргоне. Давайте вот так вот. И вардик желательно еще. Да, 75 золотишки. Хорошо. Хорошо. СЛ 45 делаем. Отлично. Л45. Хорошо. Эх, промах на ласт хит. Опа. Не знаю, как я тут без отхила буду играть. Будем пользоваться отхилом Октарина. Блин, я забываю стакать. Ладно, в принципе, дефолтный крипстат надо сделать. Потом все остальное будем делать. Там вроде нету сильных гангеров таких, да? Сильный. Да нету там вообще, в принципе. Сларк.
Хоть одну тычку дайте ему с ДД дать. Ляга, прикиньте, пропадает кнопка. Осудительная система сработала. Он нормально, правильно держится, подальше. Подальше держаться надо. От крипов. Потому что от крипов идет дополнительный урон со змеи. Оп. А он тоже крипов не будет видеть, если не будет подходить. Правильно, правильно. Гоу, сходим. Крипам уже второй расходник я себе юзы. Третий даже. Потому что не могу просто. Такое количество хп уходит у меня постоянно. Сейчас пойдем на руне драться, да, наверное? У него там 450 хп, то есть это... С фейзов. Это змея плюс фейзов. Рейв. Опа. Не буду догонять. Эх. Ладно, гоу на руну. Нормально. Гоу Аквилу. Аквилу. Хорошая руна. Забираем. Хорошая руна. Опа, отлично. Ща толкнем быстренько. Пойдем стакнуть. Хорошо. Как хорошо, когда толкаешь линию и отходишь просто. Так, сплитуху берем. Круто, если бы достал. Так, но я уже не успеваю стакнуть. Но я попытался убить сейчас Некролайта на самом деле. Просто попытался его убить. Просто попытался убить его. Да жесть. Чуть не хватает. Дамаги. Оу. Гоу отсюда. Побежали. Побежали. Хорошо. Фарм, если честно, так себе идет. Крипов очень много. Много на расходники трачу. Добиваю много, но расходников много покупаю. С некром стою. Я его как бы не убиваю, но... Опять-таки стою нормально. Давайте сейчас крипа тут заблочим. Раз, два. Отойдем. Ладно, хрен с ним. Не буду добивать это. Один крип ничего не решит. Ничего не решит. Вот так сделаем. Хорошо. И ману восстановим. И монетку возьмем. Стичок. Берем. И вот так. Будем их колотить. Ну как сейчас ударит его? Оп, еще тычка. Хорош. Лол, хорош. Не видел пуджа. Ну, видел по карте, что кто-то есть. Не думал, что это пуш. Готово бить. Пол хп со змеи. Парень удивляется. Берем первый. Скоро пойдем на эншентов. Но через маднес тут не предусматривается. Тут молния предусматривается. То есть молния к 11-12 примерно будет. Плюс товара пока забью. Но 50 крипов у меня есть. 50 крипов. 50 крипов есть у меня. Там некор. Некор душит. Дай добить. Хорош. Опа. Так, 700. Ну там ребята на топе. И контора, да? Блин, через Madness было бы намного круче играть. Через Madness. Потому что я бы быстрее, лучше бы фармливал бы. Так что такое. Ну, крипов много. У меня опять-таки 53 крипа. Ну, блин. Ну, блин. Дистанцию качаешь. Господи. Он дистанцию? Он второй и третий, короче, качает, парень. А можно добить? Спасибо. Жесть душит. А, курури юзнули, да? Я понял. Ну, го. Ага, некор тут. Я понял. Он вот тут стоит на хг. Да? Или обходит? Ману восстановим себе. Курури юзнули. Это плохо. Так, ну нужно стангейт взять. Некор вот тут.
Ага, вижу некро. Некро вижу. Снайпера опять убили. Кто с плитухой подфармливать? Про, я там уже не помогу, наверное, да? Он соло там пуш ломает всех. Изи. Погнали. Просто долбим Т. Долбим Т. 61 крип у нас, в принципе, неплохо. Но можно было лучше. Безусловно. Давайте Стангазе, наверное, сейчас возьмем. Хотя сейчас Веншентов, наверное, просто уйду. Я возьму сплит лучше. Ребята у нас душат. Безусловно, жестко. Го, Веншентов по чуть. Побьем по чуть. О, молнию первым артефактом. Мне кажется, такое. Ну, чтобы Маднес потом не продавать. Вот так будем подфармливать аккуратно. Тут нужно будет прям дозировать жестко. Потому что отхила нету никакого. Хорошо. Динозавера промахнулся. Да попади ты в него. Какая беготня получается. Нас на 11 стангейс берем, ребят. 100%. Без стангейза не варик. Хорошо. Go mid. Mid без обид. А, руну пуш там. Промах. Попадание, отлично. Хорошо. Два. Я замедлил, повернется, замерзнет. Эх, печально. Печально. Крипе убить. Там драка идет, я тут крипе убью, в принципе, мне нормально. А, не кинула змею. Вот крыса. Змею не кинула, прикиньте, замахнулась. Я думал, уже все закину. Получилось. Так, ну молния есть. Пассивно, пассивно, очень пассивно, ребят. Но стангейс не успела заморозить. 2 секунды там. Кого еще? Стакнем. Сейчас молния будет, с молнией уже будет чуть-чуть побыстрее фарм. Но тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Надо хил сейчас принести. Хорошо. Хил. Можно хил. Отлично. Все, молния есть. Отлично. Вот тут слоу хп чистая игра. Ну, Madness надо. Madness надо, ребят. Прям. Молния есть. Хилку сейчас закинули. Еще Хускар помогает. Респект. Я просто не хочу Madness потом продавать. Madness в этот билд не входит у меня. Но медленно фармить начинаю. Смотри, пришел. Извращуга. Я уже зафармился. Я уже все зафармил. Ну, дальше Октарин. Можно сейчас с командой, в принципе, поддушивать. А на базу надо будет сходить, наверное. Ля, ля, ля. Душила пошла. Что делаю? Браконьеры. Браконьеры чисто лютые. Опа. Спину кто-то идет, Сларк. Ой-ой-ой. Я нажал стонгейс, и Сларк убегает. Чисто. Классика. Ой. Ну, догоним. Лотар. Лотар. Я на базу лучше схожу. А лучше на топе дефну. И на базу пойду. Так, берем первый. Хорошо. Еще поинт-бустер сейчас купим. Еще пачка крипов.
Ларка задушили там. Но пока пассивно идет, ребят, не знаю, может дальше будет чуть-чуть поинтереснее. Но стараюсь тоже сильно не игнориться. От драк. Сейчас возьмем сол бустер. Пока не очень удачно. Ну, Гаргона, она такая сама. Сама по себе. Сами знаете, какая она. Просто в начале. Команда играет у меня, кстати, активно. Очень активная команда. Это радует. Очень активная команда. Так, надо изи крипа убить, чтобы молния отскакивала. Потому что с большого не отскакивает. Хорошо. С этого додушиваем. Так, берем щит. Быстро доколачиваем и уходим. Отлично. Все, на базу, ребят. Даблкил там, ребята, делают. Тоже размены какие-то лютые. Но сейчас у меня будет стангазе, ребят. Я буду подерусь. Помогу. Так, ну, как будет. Его не стовер. Сейчас с командой просто будем играть и все. Сларк, Лотар Сейдж. Такое себе. Восстанавливаем себе ману, хп. Первый артефакт Октарин. С Октарином я уже буду хотя бы отхиливаться в эншентах. Будет уже приятней. Бил на низ. Успеваем. Не успели немножко. Хорошо. Я для Сларка чисто лакомый кусочек, чтобы статы набивать. Отлично. Так, ну Energy Booster тоже есть. Можно через Аркану играть, если вы не хотите через фейзы играть в этом билде. Арканы и далее поехал. Хорошо. Отлично, я иду. Так молния, прикиньте, не вылетела ни разу. Если бы молния вылетела, задушил бы. Ладно, не суть. Хорошо. О, смотрите, пуч нашел. Пуч нашел. Ломайте просто, ребята. Стик, наверное, продадим. ТП-шку. На мид. Будем от ТП-шек играть. Пуш там что-то далеко вообще пошел. Очень далеко. Хорошо. Давайте куру в магаз. Хорошо, гетбэк. Б. Кура полетела? Да, отлично. Блин, под Бладластом вообще пушка будет. Кайф, но солбустер есть, ребят. Солбустер есть. Быстро сейчас наколотим остальное. Хорошо. Тоже. Отлично. Так, солбустер имеем. Next Октаринович. Стонгейс двоечка есть. Хорошо, соло-таргет включаем. Возможно, сейчас Войда будем убивать. Смотрите, пошла драка. У Войда есть ТП-шки? Маднес у него просто. Кусты прыгает. Опа. Руби? Найкс. Где-то как-то вижен был на него. Да руби, он тут стоит. Лол, он там тоже рубит. Да, да ладно, и все так хотели застилить прям. Никто не застилил. Ну как никто? Огр пришел, сунул. Стану. Так, ну 120 крипов, кстати, это дефолт. На 20-й минуте надо стремиться к этому. К этому моменту. 120 крипов, у меня 107. Гонис. Сходим. Я считаю, мы можем подраться. Что кайф этой медузы мне нравится, то мне нужно драться. Сразу как солбустер взял, потому что это типа как мини-скади будет считаться. Так, 120 крипов надо, пацаны. Где-нибудь высядь бы их тут. Ребята там дерутся. Но слишком что-то люто. Уж пошел. Серьезно? Плохо. Хорош. Ларка. Да, опять не я убил. 5 ассистов уже. Хорошо.
Ну пойдет, хрен с ним. Главное, вообще в целом убиваем. Палка нормально, кстати, с тангейзом пробивает. Чисто моноберны идут какие-то. Траты маны, вернее. И палка нормально там. Так, ну, 118 крипов. 2 крипа недобор, но у меня еще лес есть. Это без леса 120 крипов должно быть. А леса у меня много. Так что, в принципе, норма. Кто-то блинканулся. У кого там блинк? Снайпер, наверное, с блинком. Давайте возьмем ТПшки. На мид сейчас полетим. На миду много крипов. И сейчас заберем и стаки уйдем. Кто ТПшится? Оранжевый. Пуш не страшно. Да, пуш не страшно. Всех крипов забирает парень. Ничего страшного, ребят. Даже если такие моменты, это фигня все. Ага, вард походу поставили, да, на блок крипов. Я понял, гоу. Чекать. Ребята, драться опять пошли, стангейза нету. Снайпер там. Я для снайпера буду мешок избиения. Ребята дерутся дальше. Да, там заблочил. Я знаю, кто заблочил. Некр 100%. А, я уже там не нужен. Быстренько. Крипов заберем. Пойдем. Хорошо, го, вот тут центричок ставим. 100% некролайт заблочил. 100% даю. Сейчас, в общем, берем Октарин. Дальше Скади, скорее всего. Но посмотрим, что нужно будет больше. Кто поставил? Нет, Пугна поставил. Хорош. Хорош. Так, 200 имеем. Огр без сапога? А, сапогом бегает просто. Хорошо. Ну, катка будет растянута. Оппоненты соображают. В принципе. Не дают фарма. Хорошо. Ну, не, надеюсь, разблочил кэмп я свой. Разблочил, надеюсь. Хорошо. Господи, ненавижу. Хорошо, стангейс нажали. Но Сларк замерз. Или нет? Лотар зашел. А GG чисто, лотарщик. Прыгнул куда-то. Ломайте деревья. Он в деревьях там. Ладно, я ушел. Так, ну буду походу сентри брать. Походу сентри надо брать. Так, на топе крипы идут. Курумагас. Походу я тут сентри буду брать, потому что у нас нет никакого детекшена. Сларк просто прыгает. Но он стангейс снял себя походу, не знаю. Либо он в ультимейте все это время простоял в стангазе. Такое. Аккуратненько. Так, на топе много маны, сейчас берем еще. Гоу. Хорошо. Много крипов. Отлично, есть Октарин. В принципе, 23-я минута. Ну, можно было раньше намного сделать. Ну, такое. Так, давайте сентри хотя бы возьмем. Сларк выиграет эту игру, если он будет убивать по КД с этими сентрями. Да, ох, что это будет. Жесть, он так далеко ушел. Ладно. Кур, почему, блин, дропают постоянно? Мне придется варнить тут. Так, ребята морально просели, но я тут сдаваться не собираюсь. Не знаю, они варды просто игнорят, поэтому Сларк доминирует. А чё нет? Мы не можем убить его ни разу. Он давит 1 на 4. Мы сливаем кнопки. И он уходит спокойно. Типа, ну, а чё и нет-то, ё-моё. Почему бы и нет? Опять он тут варды ставит свои. Хорошо. РБМ. Вот ТПшка. Фу, какой купол. Много ТПшек, не знаю, успеваем, нет? Не успеваем ничего сделать. Плохо. Сгорел. Хорош. Так, 800 золота. Ну, урон надо желательно.
урон, я думаю. Опсы придется мне, походу, тыкать. Еще молния же апнутая будет, а так спид будет хороший. Но с Ларка надо как-то пробивать. МКБшку буду делать, начинать. Не знаю, у меня фрагов совсем нету. Один фраг на 5 ассистов. Очень плохо. Но мой Стонгейс очень многое решать может. Очень многое решать может. Блин, куда он там попер, парень? Че жесткий. С Ларк вон он уже. Скар просто пошел, сфидил. Просто сфидил, пошел. Я не хочу вот так вот отвлекаться на Хускаров. Идти фидить просто. Мне нужно просто фармить. Я перефармлю, если буду играть в свою игру. А не так, что иду вот сейчас. Я сейчас прошел вот так вот просто АФК. Ну, секунд 30, наверное. Просто. Хотя мог зафармить кэмп эншентов. Еще один зафармить потом. Это плохо. Вот в этом проблема. В этом проблема. Может, гем взять? Давайте гем возьмем. Рискнем чисто. Почему нет? От Сларка-то. Самому спокойнее будет фармить. И фармить будет спокойнее. Блин, этот Найк запарил, постоянно забирает все. Что там у него за артефакт? Сильверуха. Гоу! Убивать. Или мид, или куда-нибудь в пятером. Пуск ворвался там. О, жесть, какая долгая ТП. У меня есть кнопка. Господи, ну все, не догоним уже. Замерзнет? Отлично. Туши его. Отразил мою тычку. Да шо ж вы мне так не хотите фидить? Жесть. Прикиньте, насколько жесткое их рвение не фидить мне. Прямо отражает мою тычку и прыгает. Ну, надеюсь, в дальнейшем фраги будут. Идем, идем, ребят. Просто ТПшку надо было купить. Замедли его. А, там снайпер еще. Бабочка будет, да, на снайпере, походу? Плохо. Ну, я бегу. Я вообще, я не мобильный, на самом деле. Не интернетный я такой. Выразиться. Крипу пофиг вообще. Ребята пошли туда, мне кажется, зря. Далеко сильно. Что они там делают? Сларк-то живой, да? А, 10 секунд у Сларка еще. Нормально. Отлично, ломаем. Просто аккуратненько ломаем и все. Б, что такие дерзкие? Жесть, лютые пацаны у меня. В команде. Так. Хорошо, на низ. 1800 есть. Ну, МКБшку буду делать. Чтобы можно было пробивать. Прям с Ларка. А лучше скади, конечно. Дополнительное замедло. Но у меня урона не будет хватать туда. А у меня, в принципе, урона хватает. Так 70 урона будет соточка. Урона массового. Плюс под стангейзом примерно 150 урона, да? Правильно? Так же получается. Пятером. Там в центре, по-моему, стоял, да? Я иду, но я очень далеко. Блин, как же у меня команда любит пойти соло. Просто дурачки какие-то. Хорош, взорвано. Оп, замерзнет кто-нибудь? Нет? Вот сейчас прыгать еще будет. Б. Печалька, ребята, вообще что-то теряются в игре. Ладно, тема игра будет интереснее, ребят, согласитесь. Но я гем взял чуть полегче. Сларк хотя бы убили разочек. Сларк хотя бы разочек убили. Хорош. 25 секунд. Есть 2700. Войда поймали. Пуш вообще тупо агрессирует постоянно. Я не знаю. Нам это не окупится. Такая агрессия. Так, ну Сларка нету.
Хорошо, вот они мои фразочки, наконец-таки. Хорошо. Без руки. Nice vision. Кларк уже идет. Ходить надо. Ходить надо. 4000 имеем. Там вард стоит. Там вард. Не буду я говорить, сколько КД. Потом посмотришь, сколько КД. Сути дела не имеет. Так, МКБшку сделаем. Для урона, ребят. Урон сначала, потом все остальное. КД. Ребята прям по КД хотят драться. По чуть хил слабенький скрипов. Скрипов хил вообще слабенький. Ну, 5% всего. 25 героев. Поэтому, когда будем бить, будем нормально отхиливаться. Хорошо, 2400. 500 МКБ. Опа, они в рожь пошли, да? Шо, го варды чекать. Там вард, говорят, да? Чекнем. Нету варда. Опасно на миду стоять соло. Ребята нам драться пошли. Я не пойду драться, сразу написал. Чуть-чуть дай МКБ. Отец говорит, не пойду драться. И снайпер доковыривается. Боже, просто настреливает. Ману слил. Я не пойду тут. Не знаю, зачем они идут. Попросил не драться. Не буду драться там. МКБ доделаю, буду драться. Я игнорю просто драку, получается, сейчас. Не знаю, они по КД идут драться. Я так не могу. По КД прям файтиться. Просто по КД. Файт, 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 файт. Файт, 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 файт. Хорошо, маны чуть восстановим. На базу, МКБшка есть. Сейчас на базу пойдем. Ну, катка тяжелая будет. Так, МКБ есть. Отлично. Вообще бы дагерок, возможно, надо бы нам. Я не знаю, в этой катке. Ну, я буду чисто по билду собираться, потому что мне нужен этот билд, который я хочу сделать. С другой стороны, я не знаю. Тут будет просто руин, мобильности не будет хватать. Не знаю. Ну, сейчас посмотрим. У меня все есть, в принципе. Сейчас ждите. Иго вместе. Подо мной. Со мной. Вот так вот сделаем. Вот так вот. О, все, мана зарегенится по пути, остальное. Опа, сларк. И там, смотри, какая креветка с башером. 18 левел. Хорошо, гоу. Го. Вот сейчас можем, смело. Смело можем. Хорошо. Отлично. Ну вот и все. МКБшка есть, можно поесть. Тавер. Товер, го. Тавер идем. Минус 2 сделали. Аккуратненько там пудж подхукал. Подо мной сейчас будет катка нормальная. Дальше скади. Давайте ТПшку возьмем. Продаем. Аквилу. ТПшечка. Погнали. Если что, уйдем. Посмотрим, что там мид или топ дефнуть, что лучше будет нам. По фарму 3. Ага. И 2 тычки. Найткравлер там. Хорошо. Го чекать, вард. Нету варда. Я не успеваю, ребят, просто. Го, тэшка. Товер. И Б. Хорошо. Урон, конечно, атак спидович маленький. Б. Все, Б написали, ТП-шку юзаем. Огурчик ТП-хнулся. Можно молнию, в принципе, на скорость атаки. Давайте сбалансим нашего героя сейчас скоростью атаки.
так вот делаем. О, наверх. Много крипов там. Убиваем, по идее, да? Надо тревел купить срочно. Боже, кому там ТП-шка так срочно нужна? Огур. Сбалансим нашего героя скорости атаки. А то атаки скорости нету вообще. Пак и Дэри юзает просто. Вообще пофиг пацанам. Тревел даст нам больше мобильности, конечно. Там войт еще, блин, это страшно. Пятером. Го. Молнию можно будет на кого-нибудь накинуть. Пуч. Зря ты один идешь туда. Б. Б. Один не иди. О, хорош. Цепляй. У меня как раз МКБ. Нормально. Пойдет. Скорость атаки в норме теперь. Мид го. Мид товер го. Не зайдем КГ. Кто там умирает? Найкс против Сларка. Ну, Найкс отсосет. У Сларка, ну куда ты от нас уходишь? Иди к нам. Ука его, брат! Да, лотер езает. Надеюсь, если Войд прыгнет... Я не успел. Ваш хорош. Хорош! Стангейс, я знал, что он прыгнет. О! Давай его хотя бы. Да. Жесть. Куком убил его. Тэшка. Нормальный гем взяли, уже другая катка. Но гем я отдавать буду. Сейчас у меня скади будет. И рапирка. Скади и рапира. Скади и рапира. Его дальше. Побьем чуть-чуть. Побьем чуть-чуть. На ХГ заходим, чтобы промахов не было. И душим. Бэго. Оу. Так это GG. Я чисто как танк тут стою. Но стангазе в КД. Одна умрет тут, мне кажется. Опа. Башер. Стангейс нажал. О, заморозился. Хорошо, отхиливаемся. Нормально хилюсь, кстати. Опа. Нормально я задушил. Видели, как хорошо отхилился? Хорошо отхилился на этой скаде. Давайте еще зикураты побьем. Опасно, мало хп у меня. Вторую сторону сломать попробовать. Опасно. Не, губы. Опасно. 5 секунд, снайпер, да? Это скадуи будет сейчас. Скадуи. Вторую сторону забираем. Я бы. Все. Нафиг. Так, скади. Снайпера забрал там. Я не пойду. Дальше нет. Не нужно мне это. Не нужно мне это. Все, ребят, го на базу, скади есть. И рапира остается. Сейчас гем будем отдавать, как денежка будет на рапиру. Будем отдавать. Ну, ребятам сделали минус две стороны. Ну, наверное, еще одна катка будет в дополнение. Я не знаю, ребят. Что это такая катка какая-то? Ну, жестко команда помогает и прям нормально. ГДшка быстрая. В принципе, нормально поддушиваем. 2200 маны, 2500 МПшки. В принципе, дефолтно. Что с Линкой, что с Линка Скади одинаково. Маны. Ну, маны очень много дает Октарин. Прям. Почти 1000 ман. Почти. Там еще Войд со Сларком, это самое такое. Статы натягивает. Еще Даркпак будет. А Даркпак нажать и убить. О, все, GG. GG Сларку. Ошибка. Если бы сразу Даркпак нажал и побежал, мне кажется, забрал бы. Пуч бы там не укусил.
Там еще 4 удара было бы, 3. Хорошо. Отлично. Можно пойти подраться. Ну, в принципе, это будет конечный файт, я думаю. Сейчас прям. Конечный файт. Но тут у нас прям ребята нормально отыгрывают. О, ага, Шойд прыгает. На X-Range, нет, зачем-то. Он тут где-то. О, купол, да? Старый ГГ. Ну, пацаны, стоямба. Дайте подраться. Хорош. Оп. Оп. Огр взорвал просто. Хотя минус 5. Да можно третью сторону заходить сейчас. Можно третью сторону заходить. Можно третью сторону заходить. Оп. Топчик. Топчик, let's go. Снайпер 3.14. Добрый вечер, я снайпер. 3.14. Не знаю, честно, пользы никакой сейчас не чувствую, но что не было таких особых ситуаций в драке. В драке особых таких ситуаций не было, чтобы я прям вытанковывал пятерых и отхиливался с Октарины. Я именно такую ситуацию хочу поискать. ГГ. Первая катка такая у нас, ребят, с Октарином. Немного недоделанный билд получился у нас сейчас. Немного недоделан. Пошло дело. Да, снайпер. Ну, ГГ. Го, попробуем еще одну катку и постараемся чуть-чуть попотнее, я думаю, катку сделать, чтобы был прям жесткий интерес с Октарином. Тут катка такая, ну, немного пацаны, оппоненты немного подсдались, я думаю. Сларк что-то там ошибался, но мы тут, в принципе, и могли проиграть даже. Попробуем сейчас еще одну катку сыграть. И, я думаю, попотнее надо будет с Октарином, чтобы прям почувствовать этот отхил, потому что тут не было таких ситуаций, чтобы я прям отхиливался. Но я, наверное, думаю, нужно будет сыграть через Madness дополнительно, потому что чувствуется, что не хватает немного скорости атаки. Поехали, next тв. Так, ребят, загрузилась у нас катка, сразу идем центр, 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 центр. Что нам нужно сделать? Конечно же, взять медузу. Как мы ее будем качать? Будем качать так же, как в первой катке. Будем качать через лес, через Madness, через прочие такие моменты. Так, баним кого? Кого баним? Вот эту, как у баним? Не хочу его видеть, не хочу его видеть. Так, хорошо, Сларка забанили. Инвокера, Тиника, Алчемиста. Бара будет в катке, да? Так, 2 секунды, 1 секунда. Сейчас расскажу вам, ребят, по билду, как будем тут стартовать. Так же, как и в первой катке, но хочу попотнее. Попотнее хочу. Смотрите, как у нас будет. Берем Пейзы, Аквила, Стик, возможно. Но не факт, не знаю, может Стика и не будет. Я обычно Стик не беру, если иду в центральную. Так, ну значит, получается у нас Аквила фазы. Дальше выходим в Октарин. Октарин, Октарин. Дальше молния, потом скади и рапира, и МКБ. Все. Сколько я уже артефактов насчитал. Короче, в чем прикол? Через Madness качаем, Madness продаем, покупаем рапиру. Все. Все, что нам нужно. И, конечно, катка должна быть жесткая. Жесткая и интересная. И уже сколько каток сыграл, не знаю. Может, матчлист приложу. Я уже просто сколько? Игр 17, наверное, сыграл. Я ищу нормальную игру для вас. Я не хочу выкладывать просто победу. О, мы выиграли, смотрите, какие мы молодцы. Ну зачем это делать? А потом вы говорите, что дополнение не записал, а здесь такой. Попрошу проявить максимальную активность на дополнениях. Серьезно, потому что дополнение — это дополнение, в которых я стараюсь. Тоже ищу эти игры, сижу часами, целыми днями сижу и играю. Ну типа мне это вообще как бы, ну, впадлу. Тупо сидеть играть просто так. Нужно делать какой-то контент, а не получается игру найти. Получается контент найти, ребят. Не получается. Хочется, чтобы
Какая-то хотя бы отзывчивость была от вас, в плане лайков хотя бы. Йоу, чуваки, ну вы чё, ну поставьте лайк, ну пожалуйста, ну прошу, ну реально, ребятки, на дополнениях просто очень-очень мало на самом деле какой-то активности, и я наставлю на самом деле под вопросом эти дополнения, я уже говорю это не один раз, и я говорю это сейчас специально вставочкой, и напоминаю вам, друзья, на самом деле, перед началом этого видоса, конечно, что вы можете подписаться на канал, можете поставить лайк, но конкретно на данный момент я прошу поставить, реально, ребят, очень редко от вас что прошу, ну вообще почти не прошу, вы сами прекрасно знаете, кто олды. Я не прошу, ребятки, ставить, конечно же, лайки, но сейчас попрошу на дополнение, именно попрошу, ну реально, молю, ребят. Спасибо всем, кто поставил от души. Ну и напоминаю, что на канале уже очень много видосов, очень много гайдов. Ребят, гайды есть на каждого героя, на каждого. Но старые гайды будут переделываться, и они будут немного лучше. Поэтому, ребят, просто не скипайте канал, заходите, смотрите, чекайте, реально очень много годного контента, на Войда там, на Джахракала гайды там, на Шторма, на Риксара, на Юрнера, на любого героя можете найти гайд, ребят, это чисто так, внутри видоса я вставляю такую ставочку, ребят, благодарю всех, кто поддерживает, спасибо отдельно спонсорам за то, что помогают развиваться, ну и, конечно, тем, кто верит в меня и идет, конечно же, вот такие каточки я предоставляю, приятного просмотра. Так что, ребят, насчет дополнений. Дополнений, возможно, не будет больше. Я это говорю уже какой раз, и тем не менее, приходится все равно дополнение писать, потому что просят ребята. Ну, просто их не смотрят. А я... Вот это уже сколько? Я вчера? Три игры — это 3 часа. И сегодня уже это 3-е. Это уже 6 часов я пытаюсь записать это дополнение. 6 часов уже. Не считая того, что еще писал одна игра, есть уже 7, ну, в совокупности 7-8 часов я уже пытаюсь записать для вас дополнение. Катки все выигрышные. Я проиграл, по-моему, 2 игры только. И все. Но, не суть, они неинтересны. Зачем их, как бы, вставлять, если игра выигранная, но она неинтересная. Так, не подходим там, Пуджака, может, будет. Тяни, ага, тяни, байтиш нормально. Вон он, тяни, на низу он там. Тяни, говорит. Так, у нас фит-контора уже пошла. Хуск уже пошел на фит-контору. Так, хорошо, наша задача фарм. Все, ребят, надеюсь, никого не обидел. Все хорошо и все качественно, потому что нужно стремиться к лучшему. Что у них там за суета? Все фидят. Стараюсь для вас записать видосик. Стараюсь именно. Реально стараюсь. Не абы чё хочу, а хочу годно. Очень интересно и годно записать для вас. Понимаете, о чем я, ребятки, мои дорогие, родные мои. Ну, не достану туда. В такой толпе закидывать змеюку не получится. Так, фейзы в студию. Не знаю, как пусть тут стоять будет, он пришел без хп. Без хпшек пришел. Оп. Хорошо. Пришел без хп, парень. А, он на тангуцах. Оп. На тангуцах. Ча подойдет, я чапалах, вот этого крипа убьем. Эх, печаль. Ах ты. Жирненький. Так, сапожочек и вот эту тему. Хорошо. Сейчас принесем. Пуч. С щитком. Пуч с щитком. Промах. А, то есть мне не хватило маны для того, чтобы... Суицид, понимаю. Нет, мне кура нужна. Я реюзну. Я мидер. Мне кура нужна. О-ко-ко. Хочется очень сильно. Очень сильно кукарекать в такой игре. Так, оставляет меня без курьера. Ладно, фейзы колотим. Который раз уже эта тема у меня. Уж, отстань. У меня нету артефакта с тобой драться. У меня куру забрали. Укай.
Нервный хук называется. У него это... Как это? Паркинсон там или как? Хорошо. Так, ребят. Задача. Хорошо, имеется. Хил надо. Фармим. Надеюсь, эта катка интересная будет. Погнали. На руну чекнем. Но руна на второй была, надо было на второй идти, но у меня не было времени, чтобы туда идти. Так, пуш 850 хп. Надо змеей его шандарахнуть. Тем более некстовым левелом. Потому что так не пойдет. Он фармит просто. Мне нужно его задрачивать постоянно, держать под определенным количеством хитпоинтов. Иначе, если он будет бычить, я не смогу дать отпор. Опять-таки, я его щекочу. Почти не пробиваю. Ну так вот, нормально. Нормально, пойдет. Продамажили. Хорошо. Хорошо. Отлично. Фармится здраво. Фармится здраво. Регенерация, я за монетой схожу. Хорошо, фазы есть. Я видел, что там регенерация. Я не брошу крипов тут. Ой, брошу, ладно, уговорил. Ладно. Уговорил. Он бы не умер, но сам факт, что я промахнулся, я в принципе не удивляюсь. Так, у нас все пишет, да? Ой, блин. А я-то думал, уже не надо писать. Че, быкануть хочешь? Получается, сфидил. Так, Аквила. На топе жестко. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Ко-ко. На топе ко-ко-ко происходит. Так, ладно. Ой-ой-ой, надо стакать же еще. Аквилка есть у меня. Сейчас апнем. Хорошо. Корику стакаем. Оп, есть. Пешечка. Вардик. Потому что вард скоро упадет. Возвращаемся на линию. Инвизибилити. А, Лего там еще пришел. Шестой левел. Чалька. Ультимейт берем. Хорошо. Вард. Имеется. Все, далее Маднес. Пушим мид. Берем. Стакаем кемпы и выфармливаем. Хорошо, пушанули. Так вот делаем. Вард еще там буквально 30 секунд постоит и умирает. На топе весело. Может, на топ сбегать? Там втроем они. Знаю, четвертым идти туда. Лучше мид стоять. Баранчик. Мее. Так, дуэлька тут у нас происходит. Дантес. Дуэлится. Фармим. Что ты хочешь от меня? Регенится, как не знаю кто. Я еще и промахиваюсь, как пьяница.
Я чисто пьяная Горгона. Хорошо, толкаем линию. Толкаем линию. Так, ну у нас линии подфиживают, да? 47 крипов имеем. Мы на низ бегаем. Там руна, возможно, будет хорошая. Аксевич на бустах. Два щитка. Я вернулся в 2010. Так, ну что, взяли мы. Это тоже взяли. Го, на меду закидывать. О, с ДДшки там парень кайфует просто. С ДДшки кайфует. Удраться. Ясно. Обоссался. А чё бежал тогда так? Но стангейс в помойку слил. Ману слил. Ну чё, на инжинах восстановим ману. Нормально. Просто я думал, он так нагло с ДД, но он может ультануть нагло с ДД. У меня маны немного там было. Почему бы и нет? Под тавером, под стангейзом. Не подвелится. Почему бы и нет? Ну, можно так сказать, перенервничала Горгона. Выразимся так. Перенервничал. Так, первый вкачиваем. У нас тут есть небольшое количество стаков. Давайте пока порегеним ману просто. Побьем тэшку. Ребята там умрут. Умерут. Его колотим. Все отошли. Пока все отходят, мы пофармим немножко тут побыстрее. Фармим немного побыстрее. Легиона, кстати, фарм там очень быстро сейчас. Главное, чтобы в бусте не захлебнуться. В бусте оппонентов. Так, гоу. Ману восстановим. Еще одного крипа не хватает, да? Змею кидаем, убегаем. Как обычно. Я, если честно, ребята, уже подустал писать эту катку. Хочу через Октарин нормальную игру. Не получается. Честно скажу, не получается. Ну как, они выигрышные катки, они просто неинтересные. Что у тебя там, пол армлета? Я чисто щекочу его, этого чувака. Пол армлета. Парня. О. Хорош. Меня втроем принимали. Сорян. Сорян. Карту пересмотрит парень там. Щиток включили, победили. Ак с тайгером, да? Бежит. Уверенно. Да, тайгер есть. Конечно. Плюсики ставим. А там Лина с Юлом подцепила. Как бы там не варик было что-либо делать. Промах на ласт хит. Так, 66 крипов. 666 тут получается, да? Гоу, вот так делаем. Погнали фарм. Ребята драку начали, да? Фармим просто. Дамага пошла. Дамага по трубам. Ребята там фидонят. Как могут. Как могут. Хорошо. Давай, давай. Оп. Давай, давай. Чуть остается тут дофармить. Хорошо. Вот так вот делаем. Почти молнию подняли. Почти.
Давайте жир апнем. Солбустер купим просто, ребят. Наверное, в жир пойдем сейчас. Просто в жир. Из команды нужно быть. Солбустер возьмем, и с командой подраться надо будет, ребят. Тут пуш где-то под кустами. Ближе сюда подойдем. Аккуратненько. Хорошо. Маны немного, просто гоу. Вот так вот. Возьмем. Быстренько спушиваем. Если попал, я бы умер. Безусловно. Безусловно. О, Куру Магас. Вард пропал. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вард пропал, это плохо. О, энерджи бустер. Вот так вот сделаем. Опасно. Выходить сейчас, конечно. Не будем выходить, нет уверенности в муве. Варда нету. Не могу подходить. Да там Акс, все нормально. О, пацаны на топе, да? Поехали Тэшку колотить. Плохо. Опять я стангейс слил. Сейчас вард поставить надо. Медуза мне напоминает, знаете кого? Типа как... О, боже, я умер тут. Не успею выбежать, да? Еще и снайпер. Ну вот вард просто, который мне нужно было сделать. У меня его нету, к сожалению. Сейчас вард купим себе, будем играть. Блин, у меня аж прям такое, ну, злость с того, что я не могу выиграть из-за того, что сейчас варда не поставил. Прям лютая тема. Вот вард просто... Ну, не выходи, варда нету, не выходи. Ночь, куда? Никого... Ну вот, я видел двоих на топе, но они вот тут помансили и ушли. Я с пуджом заигрался, с крипами заигрался, заговорился. Когда сидишь молча, крипстатишь, намного легче играть, потому что ты стараешься взвешивать, а не обращать внимание на то, что ты говоришь. Извиняюсь, по микрофону ударил, громко было. Так, сейчас. Куру туда. Сразу же ТП-шку и погнали. У меня слотов нет. А, так у меня вообще слотов нет. Вот, мне надо будет еще что-то выкинуть. Сейчас вард поставим и пойдем. Слардар срубил бы, попробовал бы выжить. А, так у меня есть, да? Осуждаю. Гоу быстренько. Хорошо, ну ладно, этот фейл такой. Но я агрессивно тут буду играть. Фейл такой себе, неприятный. Фейл неприятный. Варда нет, но вы держитесь. Я понял. Иллюзии. Окей, подведем их сюда к крипам, чтобы импакт был. Хорошо, щит докачали. Чуть дольше жить будем. Вот так сделаем. А это уже настоящий. Там идет кто-то, да? Я уже увидел. Увидел. Там Макс идет. Хорошо. О, мангуз заюзаем. Не знаю, зачем я его взял. Стаки. Сейчас купим сразу. Слишком много дамаги впитываю. Отлично, солбустер есть. Есть. Акс подстилил экспу. Немножко нанизу лего, да? Молнию делает, это хорошо. Так, у меня, в принципе, хватает всего. Я так до сих пор тавер никак не могу спушить. Тавер не могу спушить. Лего вот отсюда сейчас выходить будет со спины. 100%. Гой низ. Много крипов там. Хорошо. Стан есть двойка. На 30-очку. А, на 40-очку, точнее. 40-очка. 40-ка. 50 же на ласте. Правильно, правильно. Ну, замерзнет, но я его не пробью, я еще и с плитом бью, стою.
Боже, какая имба лютая. Этот легион. Имба. Я его долблю, стою просто, ему пофиг. Побежали. Чисто имба. Так, ну просаживаемся, да, Лина ко мне пошла. Сейчас быстренько попробуем убрать этих грибов. Быстренько, именно быстренько надо. Она уже очень близко. Все, убегаем. Вот здесь уже буквально. Хорошо. Сладдар мид фармит. Погнали, мид толкнем немного. Сейчас крипы лесные будут еще. Акс идет. Сладдар не видит, да? Вау. Отлично. Отлично, змею кинул еще такой на раздамаг. Так, щиток в студию. Сентрячок. Кто-то ткнул, чтобы... А возможно блочили, да? Ну, я не знаю, кто-то, наверное, просто так ткнул. Так, леги нету нигде, да? Топ, забрали тавр. Отлично, почти есть эктарин. Сейчас до душа. Чуть остается. Чуть остается. Сильно не будем хапать, чтобы ману не тратить. Нормально. Фармим, ребят. Крипочек пришел помогать. Потанчит. Так выразимся. Только комиссию не надо забирать за танкование, друг. Забрал комиссию, вы видели? Комиссионные бабки забрал. Вот крыса на крипе, а. Крыса. Его выйдем. Но только не через альт-куку. Просто выйдем. Тавр мне не дают спушить таки. Быстренько забираем на топе. Леги нету. Лега где-то в лесу стоит, походу. Вот он, Лего. Да, конечно. Я так и чувствовал, что он где-то тут. Так и чувствовал. Иди в жопу. На своем легионе. Боже, имба. Какая же имба. Ну, тут хоть кто бы подсуетился. Вообще срать всем. Сильный легион. Давайте спросим. Маны нету, не знаю почему там. Блин, вот ну 50. Если бы я одного крипа добил, я бы купил актарин себе. И не засейвил золото я. Даггер еще выфармил где-то специально. И пошел. Не увидел, не успел его отсюда. Так, 2200 есть, ладно. Опять 500 золота копить. Имба. Ну будет интереснее играть против этой имбы. Посмотрим, что он нам будет в лейте делать. Ой, Хускар, ой, Хускар. Сколько Хускар уже сфидил? 6 раз. Ничего страшного, я 3 сфидил. Но у меня герой более такой. Хотя у Хускара тоже персонаж такой, что... Вот так вот вебку чуть повыше можно? Во, отлично. Персонаж тоже такой. Так, 10 секунд, надо дефнуть. Дефнуть надо. Венга. Ну, Венга сфидит сейчас. Венга сфидит. Такой ТП. И на агрессию сразу не пойдет. Так, гоу, отлично. Курумагас сразу тут сейчас добьем. Оп. Много крипов скопилось. Но не суть. Я бы уже купил его, Актарин. Если бы нормально там подласт хитил на миду. Отлично, есть Актарин, ребят. Главное сейчас, ну, вроде как купить надо его просто. Легион меня за дуэль не сливает, это радует. Мид я не могу пушить. Тут сейчас стакнем. И надо с ребятами подраться. У нас есть Маднес, Актарин. Все, погнали. Next артефакт молния, скорее всего. Будет. Молния, next артефакт. Хаста. С хастой можно тут покуролесить немного. Но, если только дадут подобивать. Отлично. Внизу крипы. Го, вниз пробежимся. Быстро. Пока никто там, кого никого нету. ТПшечку надо иметь. Две ТПшки. На топе пудж-даггер. Пудж-даггер. Наколотил. Меня тут могут через дуэль, через дисмембер убивать прям. За, за милую душу, как говорится, знаете. Хорошо. Давно уже не видел.
Давно уже не видел. Сори, не видел. Так, Слардар у нас тоже дагер. Гоу. Это смерть сразу. Оп, готов. Хорош. Косарик, положи на стол. Мои кемпики тут имеются уже. Выключаем щит, просто ману не тратить. И фармим. Регена хватит с Актарина. С Маднесом. Посмотрите просто, как я отхиливаюсь, когда бью крипов. Просто трут, трут, так трут. Цели падают, уже меньше хилюсь. Хорошо. Ну, Пуджа там соло они заберут. Соло Пуджа. Не добью. Так вот сделаем. Ну, страшно, не хочу. А, Лего в лесу, все, гоу. Она мид пойдет на легионе на своем. Гоу с ребятами. Сплит включаем. Побежали. Тут затанчу. А нет. Нападение произошло там, да? Акс идет. Под шрапнелью стоять не хочется. Хорош. А чё боишься его? Серьезно? Ох, сколько прыгнул, хорошо. Стангейс можно нажать? Спасибо. Но плохой стангейс. Вот такой на базу. Ой, пудж опять руинит, пудж нам, пудж руинит. Вытягивает вообще не в тему пудж. Если бы я вот здесь вот, ну, до прыжка Акса прыгнул, дал бы стангейс, блин. Ну, сори. Меня пудж отзонил, считайте, меня пудж отзонил, соло стангейс я дал. Ноль импакта для команды. Ладно, ребят, ничего страшного, ошибки бывают. Ошибки бывают. Главное признавать их. Это не сказать, что это ошибка, просто пудж отыграл лучше, чем я, вот и все. Либо просто повезло, там толпа стояла. Тут два варианта, либо везение, либо... либо скилл. Не думаю, что он прям целился в медузу фуловую, чтобы ее убить. То есть, ну, по-моему, по мне так это бредово даже. Так, молния, молния нужна. Молния. Молния. Кто-то там идет, да? В центре стоит. Нечего бояться. На топе фарм подходит, да? Сейчас мы быстро выфармим. Мид под фарм идет. Мид под фарм много. Я там крипа не добил. На топе фарм заберут, да, сейчас? МХ, уроди! Там в центре стоят. Парень не знает, что Сентри существует уже с самых первых дот. МХ существует. Парня МХ в голове. Я так тавры боюсь подходить туда добивать. Не знаю, страшно. Страшно. Напоминаю, ребята, это фановая катка. Фановая катка на Гаргоне через Актарин. Но это тоже рабочая страта, в принципе. Я думал, если честно, это будет метой потом. Этот билд, потому что с Актарином она становится очень жирной, в принципе, и она очень сильно хилится. Но иногда, я помню, катку на стриме играл, дамага не хватало, надо было рапиру брать там. Рапиру берешь, дамаги еще больше становится. Так, хорошо. Драку. Хорошо. Можно драку идти делать. О, Лего берет Рошана. Рошана берет. Господи. Ну хотя бы повернулся. Это плохо. Бэк надо. О, это еще хуже.
Я умру тут. Мне тут ни к чему не помогут. Да, да, сбил бы ему просто кнопку и все. Ладно, мой косяк, опять я проиграю. Сори, сори, я виноват. Опять пудж пукает меня. Сори, я сам туплю сейчас. Сам туплю, но и Слордара рядом не было. Ладно, погнали. Вообще тут, блин, не знаю, что. Пудж вообще запарил. Он тупо, ну, байтит меня. Получается, я жму стангейс сразу зачем. Все, не буду нажимать больше стангейс. Моя ошибка, сейчас просто иду как дурачок. Слордар тоже афакашит еще. 1-4, Слордар, ничего страшного. Камбэкнем. Двадцать секунд реса. 20 на 28. У нас нету доминации, у нас фит идет. Фит идет, ребят. А чё вы боитесь? Чё, зацепи, зацепи. Ну, Слордар собрался в зацеп и не цепляет. Это, блин, это все равно, что Гаргоне собраться в максимальный жир и стоять сзади. И пытаться раздамажить. Ладно, гоу пешочком, ребят, куда-нибудь. Так, и не выбили ему Егу. Прикиньте, там он на лоу хп просто побегал, легион дуэльки собирает и все. Так, ладно, хорошо. В принципе, у нас все хорошо по левелу, хорошо, в принципе, по артефактам. Нам нужно далее, что нужно. Дофармить. Желательно подраться. Ну, там Аегис. Драться не хочется с Аегисом, честно. Го, 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 го. Го, го. Хорошо. Минус пудж. Что он соло что-то постоянно идет куда-то фидит. Я даже не понюхал, на самом деле. Пробегался просто так. Го, может, он шею успею. Может, успею. Не, не успеваю никак. Или успеваю. Да легиону пофиг у него там. О, он прыгнул таки, да, там на хускаре парень. Умер легион один раз. Если пойду дальше, они, я буду делать кнопки тут все. Хорошо. Быстренько забираем. Тэшку заластхитим. Отлично, еще пачку крипиев. Молнию сейчас доапаем. Ребятки. Надеюсь, эта катка будет потная, потому что тут качели такие. Гоу, как раз гиперстоун купим. И веншентов на третий стак. Го-го. По пути, так сказать, зашел в магазин, купил булочку хлеба. Но купил камень. Камень. Древний камень купил. Зашел в магазин, купил древний камень. Иду дальше. Пою песни. Мидкрипов выбьем. Выбиваем с них золото. Есть молния. Апнем. Так, опасно будет на эншентах стоять сейчас, потому что... Ну, попробуем ближе к базе стоять. У нас нету вижена. Я себе настакал нормально тут. Пока бегал, просто бегаешь, отводишь, бегаешь, отводишь. Легиона там наказали. Вот так сделаем. Наглу зайдем. В принципе, смотрите, щит вырубаю, типа, как я буду хилиться. Смотрите, просто хп на месте стоят. Быстро зафармил. Хорошо, молния есть. ХПшечка, отлично. С командой я так и не дерусь. 30 минут. Просто бегаю. Да-да-да, на этот раз я не нажму. Не переживай. Все равно мне ничего не делаешь. На пудже. Вон хук кинул, у меня 150 маны снялось. Типа я захилил все остальное. Заблочил? Нет, хорош. Молния есть, отлично. Под огром вообще кайф. Но в этой катке 100% зайдет тема. Ребят, эту катку вы увидите по-любому. В этой катке уже понятно все, что идет. Прям по кайфу. То, что были ошибки, жалко, что были эти ошибки. Хочется прям четкую, плавную, прям флоу. Как я люблю каточки флоу вставлять прям по кайфу. Но нервные катки тоже есть. Вот сюда. Нервные катки тоже имеют место быть. Блин, нет, я вот сюда, пацаны. Я сюда, пацаны, сори. Слишком много.
крипов, чтобы упускать. Слишком много. Можно вижена немножко, пацаны. Чуть-чуть. Где? Ну, не могу, все понял. О, хорошо. Мид толкаем. Демонейдж купим сейчас. Пускай ФК ушел. Демонейдж сейчас купим. Все, Слардар пошел фарм, да? Акс на топе. О. Фарм 0-0 бла. 0-0. Да что, куда ты идешь? Демонюгу покупаем. Демонюгу. Хорошо. Пуск подстоял, а ФК, видимо, пописить ходил. Хорошо. Взяли демонейдж. Так, ну аквилу рано продавать. Демонейдж на базу отправляется, правильно? ТП-шка нам нужна, потом возьмем тревел. МКБ-шку сделаем с МКБ-шкой уже. Тут попроще. Два стана сейчас они его убьют просто, изи. Огур, куда ты, брат? Хорош. Я хожу просто в стороны, отпушиваю по КД. И все. Фарм собираю этот. Сейчас в эншентов забежим. Просто она очень быстро фармит, пока ты туда-сюда проходишь, там, и ребята там хотят драться, а я стою чисто. Гоняю эти линии влево-вправо и очень быстро выфармливаю. Они тоже стоят, фармят? Тоже стоят, фармят, в принципе. Гоу к ребятам. Будет драка сейчас. Суета там началась. Лина и Акса убьют. Команда молодцы. Делают все как надо. Просто соло выигрывает, можно так выразиться. О, в ночь пошел уже даже. Они без меня убивают. 26 на 29 сокращаем. Разрыв. Топ у нас подпушится. Легион перестал играть с ними. А он молнию собрал. Зачем молнию на легионе собирает, я не понимаю. Через Октарин собрался играть. Гоу. Под Венджифул вообще люто можем поддушивать. Тэшку вторую ломаем. Дальше идем. Блин, надо дефить будет сейчас. И да? КБшка. А я ТП сейчас буду делать. На деф. Я понял тебя, на леге. Ну давай. Чё хотел? Чё хотел на леге? А он еще стоял, бился, типа. Ну имба, я перефармил его чуть-чуть. Все, есть МКБ-ха. Next. Конечно же. Travel. Рапиру вместо Маднеса. Хорошо. Маны немного, но тут потная будет. Ребята там чепалаху получили. Сколько у меня? 300 крипов почти. Еще леса много. Там Роша есть. Так, МКБ-ха. МКБ-ха, чтобы тупо не промахиваться. Мало ли что соберут. Не знаю, всегда в дефолт его собираю, МКБ. Прям отличный артефакт для нее. Далее, вот так вот есть. Дай мне. Хорош. Отлично. Пусть ребята пойдут поколоть от крипов. Я вниз побежал. Стакнем. На линию выбежим. Вот сюда. У меня маны совсем на драку нету. Хотя бы так. Хорошо. Я уже там, да? Суета уже пошла. Дай, господи, пока эту манку зарядил туда. Нифига сейчас тут драка будет лютая. Забегаем в толпу, всех морозим.
прет тоже. На снайпере парень. А Владар, по идее, зашел. Да? Лучше. Хорошо. Аквилу продаем. Вот это я сейчас забежал туда в драку. Всех замедлил просто. Поворот увеличил. Дай потанчу. Дай потанчу. Хорошо. Опа, огурчик, брат. Огурчик, блин. Ну почему огурчик, да? Так, скади, рапира. Скади не собирает, поэтому осуждаю. Нет, да просто в билду. Просто скади. Зачем скади? Еще жир, урон. У меня все есть, надо только урон. Что ты хочешь? Я вас победю. Ладно. Ладно. Снайпер убежал. О, пошел отхил. Смотрите, какой отхил. Видели, какой отхил? Это Октарин сработал. Нормалин. Нормалин отхил. Хорошо. Просто на лоу хп стою, долблюсь. Просто в лоу хп стою, долблюсь. Смотрите, какой отхил с Октарина. Жесть. Вот это то, что я и хотел показать. Тупо в лоу хп стою, там дамага разлетается. Дамага разлетается нормально. Так, скади. Слардар, стан. Не попал. Зато форстаф есть. Я не пойду туда. Я на базу, все. Пойдем. За скади. Вот Слардар, не знаю, неужели у него все в КД было. Ладно, не суть. То, что нужно было, вот сейчас я показал, как работает Октарин в таких ситуациях. Просто дерешься, я еще подошел, чтобы в АОЕшку войти. Жесть, там хп летят. Просто так, у нас есть скади, у нас есть шестой слот. У нас есть шестой слот. Вместо Мадны 40 пиру хочется. 2300, 2700, примерно 5к хп. Каргон Адузович. Хорошо. Там еще Лина так ТП-шку сделала четкую. Так, не хочу этот эффект, хочу эффект скадуи. Так, там БМы. Там БМы. БМы. Гоу. Надо подраться, хорошую драку надо сделать. Именно забайтить на кого-то. Чтобы я подошел, стангейзнул, хорошо. Раздамажили. На огра не очень... На хуска надо, хуск байте. На хуска надо байтить. Мне кажется, тут вард стоит. Замерзнет, я убью его, не переживай. Не парься. Убью Б. Какой жрешь, ты чё? Дайте мне еще. Нет. Гоу, сюда. Пуш подхукал, я думал, если он сейчас не будет кушать, типа я бы убил там и снайпера еще. Хорошо. Гоу, пуш, да, действительно. Соглашусь, пожалуй. Действительно, ну стангазия почти есть. Сейчас рапиру сделаю вместо Маднеса. Че, лучше атак спид сейчас купить сначала, муншард бафнуть, потом рапиру уже. Отойти. Меня душит. Лардар не прыгнет, в этом проблема. Хорошо. Го, муншард. Муншард взяли.
Не, ну Слардарт, согласитесь, сейчас АФК стоял. У него, посмотрите, что. У него спринт это 522 плюс дагер. Он бы мог просто сейчас запрыгнуть в снайпера. Я бы подошел, мы бы убили. Он стоит сзади, чего-то ждет, непонятно. Хорошо, у нас скорость атаки вообще лютая сейчас. Лютейшая. Можно сейчас, в принципе, с ними драться. Мне кажется, они не тянут уже никак нас. Вообще никак не потянут нас. Там БМ, и мне пофиг вообще, в БМ стою, бью. Так, аккуратненько надо. Аккуратненько. Закину змейку. Пуч. Ночью будем муваться. Собьете? О, хорошо, я стангейс нажал. Гоу нажал. Гоу-гоу-гоу. Ну, Слардар, ну прыгни ты, ну есть же дагер, я же вижу. Господи. Посмотрите на этого Слардара, он просто специально пытается что ли руинить, я не понимаю. Есть же кнопки. Я, блин, забежал, я столько, сколько, я на 6 секунд всех жестко замедлил. Жесть, смотрите, скорость атаки с Маднесом. Нам надо его убивать. ТП снесет нам просто, если мы. Если не поймаем, он снесет. Я думаю. Он снесет, типа, да. Комфортно будет. Так, дальше рапиру. Маднес продам сейчас. Купим демонейдж. С рапирой пойдем. А ТП шелся он уже, 100%. Просто нужно отпушить, по топу пойдем. Демонейдж купим. Демонейдж купим. Хорошо. Урона будет под 600. То есть 600 сплит урона, это очень, очень жестко. Это ты? Нет. Это не я. Смит так сломает, да? Под огра хочется очень встать. Тревел надо, блин. Как точник. Если точь-в-точь, то значит да. Если не точь-в-точь, то значит нет. Все просто. Так, ну топ сломаем. Ташку. Ташку. Ташка. И главное, Bloodlust есть на лице. Не знаю, можно попробовать зайти. В принципе, ну, рапиры нет еще, но без рапиры попробуем зайти. О, драка началась, да? О. Смотри, что делает. Ну, сплит включен, но не с кем. Не от кого отхиливаться. Замерзнешь? Ну, я умер, да? Да. Я умер. Я умер. Не от кого отхиливаться было, я вампиризм продал. Никого рядом нету, просто меня отзонили и все. Там варды, да, у нас вардов нету. Умерла. А нет, смотри, о, F, D, погиб, хорош. Но нет вариантов, просто ГГ, БМ. 50 секунд, тревел возьму сейчас, я не буду байбекаться. Я не буду байбекаться, пусть сносят. Нет смысла сейчас уже, 44 секунды, надо было сразу. Снайпер проблема. Лардар у нас не будет цеплять его. Так, 17 секунд. Тревел сейчас возьмем, ребят, надо. Тревел нужен. Нужен тревел. Продадим там с фейзов 2 блейда.
Снайпера цепануть. Снайпер меня на расстоянии может раскачивать просто. Я просто крип для него. Хорошо. Хорошо. Но мид снесли. Это плохо. Это плохо. Так, ну есть тревел. Рошан. Дефан. Если бы Слардар нанизу подзадушил уже, давно бы нормально сделали все. Из дефа. Я топ толкну. Хорошо, главное аккуратно. Я думаю, они вниз пойдут. Ну, Слардар сейчас умрет от легиона. Ой, как я и сказал. Изи. Изи логика. Надо, чтобы дальше ребята не дохли. Как бы, ну, смысл таков. Смысл таков. Хорош, хорошо форсанул. Можно убить его. Буду драться. Ну, Лего убить. БМ. Но буду бить. Я буду драться. Стан есть по-любому. Не тому стан даешь. А, нормально. О, хорошо. Ну, пойдет. Все-таки нормально. Лина. Его мид дефнем. Я мид толкнул. Мид толкнул. Сейчас рапира будет уже. Рапирка. Хорошо. То, что нужно. Все, идем сюда. Пойдет. С Аегой не смогли зайти. Хороший стангейс, снайпера убили. Там снайпера пуч форсанул нормально, кстати, под меня прям. Поближе. Так получилось. Го. Го мид. Пока не рез. У меня армора вообще нету. Посмотри, 6 армор. Ну, 11 будет с рядом с Лордаром. Рапира. Молнию в драке не вешал, не знаю, меня не били. Да меня, в принципе, не бьют в драке. В драке, когда начинают бить, я тогда уже другим угу делаю. ФК с Лордар. Ну, 20 секунд мы не успеем. Успеем. Да там еще рез. Еще. Парень рез на аксе. Бэгва. С вардами. Надо их. Байбэк надо. Я топ. Фармить надо. Так, есть. 51 минута, ребят. Я 6 слотовый. Есть все слоты. Пайбэк сейчас. Хорошо. Сплит не выключаем просто. А, у него lost the connection. Он Alt F4 нажал. А сейчас будем вардингом пользоваться с помощью Слардара. Хорошо. Будет варды сейчас ставить. У нас огур не хочет ставить. Одна драка, надо одну драку сделать. Там снайпер проблемы. Мне сплит не выключать, нажать правильно стангейс. С Лордаром подвардиться. Надо ближние варды поставить деф. И желательно вообще на дефе так подсесть. Пусть они заходят. Они подумают, что изикатка у них уже в руках. Но на самом деле мы попытаемся эту изикатку предотвратить им. 51 минута. 51 минута. Он, скорее всего, просто... Альт-куку или свет. Я кикну его. Альт-куку или свет. Потому что так обычно... Ну, он еще стоял сколько АФК. Хорошо.
От ХГ. ХГ. Хорошо. Форс. Хорошо, так, сюда. Повардим с лордаром. Хорошо, сюда поставим. Отлично. Вместо сапога дагер, походу, придется мне брать. Все, отводим. Лучше с костом. Если я дагер возьму, будет намного лучше. Сейчас, наверное, вместо тревела дагер возьмем, тупо, ребят. Как думаете? Вместо тревела дагер. Давайте, знаете, что сделаем. Хорошо. Вместо тревела дагер, но пока не буду брать. Топ дефну. И будем тревел в куре. Опа, кусает. Хорош, что дал. Хорош. Умер. Хорошо. Не поможет. О, ну сплит есть, сплит работает, дерусь просто. Просто дерусь, убиваю двоих. Ой, баши, серьезно, троих. Отхил, отхил. Отхил, пошел. Пошел, отхил, Сактарина. Нормалин. Гоу. А нет, нормально. Хорошо, я подцеплю сейчас с лордаром. Вот сюда. Сейчас подыграем немножко. Где слардар там? Слардар где там? Оп, нету. Плохо. Потерял очень много времени. Слардар еще у нас есть. Гуслар, да куда ты, блин? Ребята пошли, да, туда? Зря я на крипа ты пойдешь, наверное. А нет, нормально. Нормально. Рутешку. А снайпера нет. Плохо. Глифчик. Глифчик-то плохо. И Б. Хотя можем вторую сторону. Где там слардарчик? Сейчас зацеплю. Хорош. Опа, соляночка получается, да, сборная. Сборная соляночка. Получается сборная соляночка. Так, хорошо, все. Все, го стороны. Нормально. Где там кура моя? Дагерочек. Дагерочек. Кура, если что, есть. Байбек есть, хорошо. Там пока лего без байбека, можно идти работать. Дагер у меня есть. Так вот переставим. Дагер у меня на пробел будет. Будет отлично. Блин, несколько раз Актарин вообще люто выручал тем, что дает отхил плюс кдшки. Плюс кдшки. Так вот делаем. Хорошо, погнали. Хоть я и медленный, но я смогу, блин, кануться, если что. Куда мне нужно. Погнали. Главное не слить тревел. Сюда куру, в эту сторону, потому что там если вард будет, будет очень плохо. Хорошо. Отлично. В спине кто-то. Так, отойти от этой штуки, от шрапнеля. Сюда. Снайпер. Я иду. Я не мобильный, быстрый. Так, делаем.
под минусом, 100%. Ладно, го вот так. Хорош. Го в третью сторону. Если что, кур тут держим. Третью сторону мега крипов делаем. И все. Хорошо. О, Лего. Лина подошла. Вот так вот делаем. Снайперу ГГ убиваем. Хорош. Ууу, Ахевич. Сейчас задушим. В БМ просто бьем, нам пофиг вообще. Все, на этом ГГ, ребят. 10 тысяч золота еще. 10 тысяч. Ребят, ну надеюсь, это дополнение вам понравится. Я попрошу просто, ну рили, ну поставить как можно больше лайков. Ну рили, ребят, просто реально прошу, потому что, ну... Искал вот такую игру, ну реально очень долго, очень долго. Я вот, ну, вначале я прикреплю вот этот скриншот, сколько я сыграл игр. Может какое-то пояснение еще просто. Ну, чтобы вы понимали, насколько тяжело делать именно такие дополнения. Потому что нужно показать, как это будет работать. Прям, ну, вообще Октарин как бы заходит ей, но заходит при определенных моментах. То есть, ну вот сейчас по кайфу, да, то есть видели там внизу, как отхиливался под Аегисом, то есть там вообще каев был. То есть, ну, примерно вот такая вот тема как-то. То есть, попрошу актив, ребят. Ну, рили, попрошу. Я вас обычно вообще ни о чем не прошу. Типа, ну, серьезно, давайте будем честны. Рили. Я у вас ничего, в принципе, никогда не прошу, но попрошу в данный момент. В общем, все, ребят, с вами был Ксеназис. Напишите свое мнение, как вам билд через Октарин с рапирой. Такая немного потненькая катка. Первая катка легкая, вторая попотнее, ну, на ваш суд, короче, посмотрите. В общем, все, ребят, всем удачи.